Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня замечательная проповедь была пастыря, как обычно, называется «Три Пасхи». Оказывается, есть Пасха еврейская, когда Господь выводил еврейский народ из египетского рабства, то тогда жертва была – это животные, которые кровью которых мазали косяки дверей, и это отличало верующих в Бога от тех, кто верил этим богам древности, бесам, падшим ангелам. Вот. И ни один человек не погиб тогда, который сделал эту Пасху, и Господь потом вывел свой народ еврейский с этого рабства, но они погибли в пустыне, потому что не хотели постоянно пребывать в правильных отношениях с Богом. То есть они воспользовались тем, что Бог дал свободу, а потом хотели жить по-старому, с бесами, с проклятиями. И написано в Библии, что не вошли они в землю обетованную из-за неверия и ропот, соответственно. Вторую Пасху пастырь открыл, языческая Пасха. Это то, что делают люди, кто по неведению, кто по сознательно. Вот это вот Пасха в форме мужского органа полового с этими всеми делами. Видно, что это именно оно. Это языческий праздник поклонения Богу плодородия, которого нет на самом деле. Это черти все стоят за этим, потому что Бог, Создатель неба и земли, Он дает все благословения, благодать и урожай, и финансы, и все, что нужно. И вот как раз, когда человек правильно принимает Пасху, тогда это все он и получает. То есть правильная Пасха – это Иисус Христос, наш Бог, который пришел на землю в теле Иисуса Христа, взял на себя грехи все и свое тело принес в жертву за наши грехи, проклятия, болезни, проблемы, все взял на себя. На кресте умер, и этим он заплатил за все это. И он и является сейчас нашей Пасхой. Но тоже не один раз нужно каяться, чтобы получить прощение, и потом возвращаться в грех, как религия говорит, что все, Иисус взял на себя, все, живи дальше, как хочешь, греши. Вот. Бог любящий, он все простит, он за все заплатил. Вот. Это ложь дьявольская, очень страшная, потому что Бог, Он святой, и на примере Ветхого Завета видно, как погибали люди, которые приносили что-то свое в отношения с Богом. И в Новом Завете Анания и Сапфира погибли. Люди, которые допустили лицемерие, ложь в церкви, потому что церковь сейчас – это святое святых. Раньше это место было в храме за завесой, куда заходил священник один раз в году, и то с жертвой, с кровью, чтобы не умереть за свои грехи. И когда Иисуса Христа убили на кресте, то завеса в храме разорвалась, и Божье присутствие, оно вышло оттуда. Этим Бог показал, что Он не принимает вот эту религиозную фарисейскую веру, которая и убила Его. И Господь Иисус взошел на небо в святое святых возле Отца. Он сидит, находится. И это и есть Бог, который нас выкупил. И нужно полностью ежедневно наполняться Словом Божьим и менять свою жизнь, соответственно, тому, что написано в Библии. И вот это и есть Пасха, которую принимает Бог. Смотрите этот ролик под моим роликом. Благословляем вас, дорогие, чтобы вы все научились правильно применять Пасху и жили в благодати и спасли души.